Итак, дорогие друзья, сегодня предлагаю очень коротко поговорить по таким часам, как SQMish 1628. Очень популярная модель. Опять же, длительное время я не хотел делать про них какое-либо видео, потому что часы популярны, очень большое количество фанатов этих часов и этой марки SQMish среди подписчиков. Опять же, люди очень расстраиваются, когда делаешь какие-то видео на их любимую какую-то технику, продукцию любимого бренда, но все-таки решил сделать. У меня какое-то отношение, знаете, к ним довольно прохладное, если честно. Они визуально похожи на G-Shock, на 5620. Опять же, 5620, они чем интересны, G-Shock? Тем, что они супер прочные, супер там ватерезистивные, погодозащищенные. Но, естественно, там совершенно это будет за другие деньги. И то, что эти часы внешне похожи на G-Shock, по моему мнению, ничего интересного, кроме внешнего вида, здесь ничего не присутствует. И опять же, это будет в какой-то мере самообман. Здесь ее качество, надежность, там цена, она все уходит на второй план. Стоят они буквально там 5-6 долларов, ну до 10 долларов. Вот реально их цена даже без акции, вот долларов за 10. И может быть такой небольшой самообман и, скажем, такая попытка окружающим что-то там выдать желаемое за действительное. То, что до каких-либо G-Shock'ов им довольно далеко. Они сами по себе неплохие, но вот это внешнее сходство с G-Shock'ом, какую-то ложную уверенность в их защищенности. Они очень бюджетные, они нормальные для своей цены, но не более того. Опять же, мне этот дизайн 5620, а мне он очень похож на Casio F91, который я просто ненавижу. В общем-то, тоже есть свои какие-то мысли по этому поводу, и F91 я считаю слишком простым, и слишком устарелым, и слишком неинтересным в 2004 году. Уже, извините, не 80-е, не 90-е годы, как тут написано, Fashion Retro Male Watches. Ну, во всех цветах они, в каких-то вот таких, я такие цвета вообще не люблю, мне это черные, ну как-то да, синий. Ну, у меня в детстве были похожие часы, то ли от Casio, то ли от QQ, это было лет 30 назад, и я их где-то в санатории потерял. Опять же, это единственное, что я помню про те какие-то часы, может, возможно, это была вообще подделка Casio, каких-нибудь F91 или там 105, или что-то вот такого плана. И выглядело это очень похоже на вот эти вот SQMish. Смотрите, их можно взять. Вот вы хотите просто проверить, посмотреть. Вот вам хочется познакомиться с этим брендом. Я тоже хотел заказать все часы, но у меня уже есть часы, соответственно, можно их заказать, если у вас есть дорогие фитнес-часы, какой-то фитнес-трекер, что-то очень интересное, какая-нибудь механика, либо хорошие кварцевые часы там в латунном или там, можно сказать, в корпусе из нержавейки, и вы просто боитесь их поцарапать, повредить, потерять, вы просто за 5-6 долларов, ну, по акции заказываете вот такие часы. Кстати, они с железной коробкой будут стоить дороже. В базе они стоят вот эти 264 гривны. Вы их берете, вы их поносили, они там полгода-год вам поработали. Ну, можно там в будущем батарейку заменять. Если они прям вообще вам не понравились, вы где-то на полочку закинули, и потом по необходимости можете заняться их там ремонтом, купить себе за доллар отвертку, батарейку за 50 центов, все это раскрутить, посмотреть, как они собраны, как они сделаны. Это тоже контент, это очень интересно. Обзоров по ним да настолько много, что, говорю, просто было лень этим заниматься. Смотрите, SQMish 1496, это у нас прямой клон Casio W218. Недавно делал про них видео, также они меня не впечатляют. Цена тех же условных там 200 гривен. Смотрите, желательно, чтобы это был SQMish Official Store. Тогда вам точно придет то, что вы заказывали. Опять же, здесь больше всего там оценок, может быть, продаж. Рейтинг самого магазина, это официал стора, мы смотрим. 95% положительных отзывов, большое количество здесь фолловеров. Разные варианты присутствуют. Вот эти вот была у меня идея заказать, например, 1841. Ну, мне как-то тоже, да, уже в таком цвете мне они как-то понравились. Вы понимаете, такие часы классно, они там в количестве одной, двух штучек у вас присутствуют. Но когда их уже там штук пять, уже просто они будут лежать без дела, тоже неинтересно заказывать впрок, хотя батарейка там все равно будет садиться. И возвращаемся к 1496. Смотрите, даже
цветовые схемы ремешков они попробовали скопировать, даже инверсивный дисплей. Цена их, ну, в общем-то, бывает дешевле. Где-то 380 их видел. Санда похожие часы делает. Мне этот дизайн тоже, но это же, блин, это же в 91 в чистом виде. Ну, говорю, неинтересно. Они могут быть даже чуть более надежные, чуть более там что-то еще, если сравнивать с какими-то другими скмей. Но 1628 стоит сказать. Они даже как-то посимпатичны. Смотрите, здесь этот отбойник, он как-то больше свою функцию будет защитную выполнять. Соответственно, кнопки будут не так сильно нажиматься, потому что в 1496 они прям очень сильно торчат, и как-то не особо это интересно. И опять же, что мне более-менее понравилось, и что я действительно хотел бы заказать, просто посмотреть. Вот это, конечно, у нас КМЭ 1988. Они как-то и, можно сказать, то ли крупнее, как-то и поприятнее они смотрятся. Они дороже своих денег смотрятся, и это, ну, может, в принципе, сыграть положительно о выборе в эту пользу, дорогие друзья, потому что все-таки здесь как-то дизайн, он присутствует. В таком, не знаю, я бы, скорее всего, брал бы либо полностью черный, либо вот с таким вот ремешком зеленым, скорее всего. Вот этот мне хаки не нравится, какой-то оливковый мне не нравится. Я бы вот этот взял бы, он какой-то изумрудный, интересный, веселый. Это у нас 1988. Также и здесь на лицевой стороне это все написано. А здесь инверсивный дисплей, они похожи на G-Shock. Кнопки как-то утоплены. Вот эта надпись Sport, она, ну, не сильно выделяется и не сильно бесит, если честно. Water-resist. Скмы, да, но он здесь как-то органично все это здесь написано. Опять же, они тоже достаточно давно на рынке, их все знают, их многие знают. Но они как-то не заезжены. Вот, например, этот скмы 1496, ну, я их, можно сказать, прямо ненавижу. Смотрите, это у нас дизайн 218-го Casio, это дизайн, есть Санда в таком же дизайне, есть даже Самуэль в таком же дизайне, и здесь же скмы в этом же дизайне. И они настолько похожи на F91, что они просто неинтересны, их вот просто не хочется даже видеть. И здесь вот эта вот надпись «Скмэй» присутствует, она в каком-то таком фирменном дизайне «Скмэй», как-то она выделяется, выбивается. По 1628, смотрите, здесь 50М, да, это похоже где-то на G-Shock, там отдаленно здесь эти шрифты, но вот резист 50 метров, это заявленный по факту там, может быть, просто отбрызг. И вот это вот скмы, еще Luminescence, вот это вот у нас как иллюминатор, отсылка на иллюминатор, она надпись иллюминатора у нас, кроме как G-Shock, присутствует на F91, дорогие друзья, который я, в общем-то, не люблю. Здесь как-то это все не так сильно похоже на бюджетные часы. И, в общем-то, от G-Shock это также отличается на самом деле. Здесь есть какая-то вот попытка G-Shock'нуть, а здесь как-то все это чуть более сдержано и, в общем-то, поприятнее. Здесь отбойники, бампера, кнопки под углом. Не знаю, в выборе всех вот этих вот часов бюджетных в таком квадратном прямоугольном корпусе. Но, опять же, эти нет, они какие-то здесь тоже слишком большая надпись Скмей присутствует. Вот 1988, они как-то наиболее аккуратно сделаны. И это как бы просто вот такой, можно сказать, хамаш, но это не подделка, ну как бы она не настолько очевидна. И, в общем-то, не сильно бросается в глаза, и с этим изумрудным ремешком как-то поприятнее. Даже в черном они как-то дешокнутый вид уже имеют. Ну, вот в таком цвете, я не знаю, что это на Пепси похоже. Не знаю, вот мне кажется, вот это самый такой нормальный вариант, если кто хочет, и цена сейчас еще довольно приятная. Ну, а какие часы нравятся вам именно в прямоугольном квадратном дизайне, вы, как всегда, можете написать в комментариях. Всем пока.